Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Всем привет! Я рад, что вы заглянули на канал Game Division. И сегодня Николай, Кружка Промоутер и я, Григорий, завершим пересказ замечательной книжки или не очень «Дети Киринского» с авторством Блейна Ли Парду. В прошлый раз мы остановились на том, то, что вот уже вот буквально все в предвкушении того, что начнут дербанить Республику Сферы. Потому что крепость Сферы начала сжиматься. При виде карающих частей тела волков, соколов и всех-всех-всех. Но прежде всего, то, что было установлено то, что раньше площадь, которая закрывала крепость, была намного больше. И постепенно в те области, которые раньше никто не долетал, внезапно стали летать все. Вот. И это открыло, собственно, новые горизонты для всех. Естественно, Мальвину бесит то, что она вот прямо сию секунду не может верхом на белой себе ворваться на Терру. Вот. И сделать супер-мега-прыжок. Вот. И поэтому продолжает уничтожать своих ученых. Вот. А Аларик ауф. Вот. Все так же собирает себе войска. Он в прошлой серии он поймал себе целого боевого мишку. Вот. И увел за собой. И все. Собрал Dream Team. Вот. Собрал целую Настю Керенскую. Но потом собрал как раз эту Снежного Ворона Хаки Суханова. Ну, это еще в самом начале было. Да, собрал их всех и сказал: итак, мы начинаем начинать. А Настю Керенскую, так напомни, как он это призвал, то я не это. Ну, просто позвал к себе, сказал из серии: давай, приезжай. В конце концов, у нас будем править клану Волк. Ну, почти он назначил его саханом. То есть у него до этого был один сахан, который занимался воспитанием дедёв и дозором. Но он сказал: слушай, вот занимайся как есть, но вот я в качестве сахана все-таки выберу Настю, потому что Настя у нас самая безбашенная, самая яростная, самая свирепая, и вообще это нужно для моих тактикульных телодвижений. А мы же перемещаемся в 3150 год, и, в принципе, все события у нас будут касаться начала 3150 года и 1 января 3151 года. Весь наш Dream Team из клана Волка, то есть Аларик, Викерс, Рамуэль Беккерс, Хаки Суханов, собственно, Настенька, и предыдущий Сахан Керенский, Гарнер Керенский, все собираются на новой земле. Это одна из планет на территории Республики Сферы, которые как раз были освобождены в связи с сжатием крепости. Вообще все подозревали то, что ой, как здесь все непросто. Ну, то есть, до этого же как крепость была намного-намного больше, что это она сжиматься-то начала? Ну, то есть... Это неспроста. Но, тем не менее, все собираются на новой земле. И в огромном зале, который украшен целым ничем, весь наш Dream Team застает несколько элементалей. Причем возглавляет их, очень древний элементаль. Ну, то есть, в принципе, это сложно представить как старый элементаль. Но... Да нет. Не, допустим, Аларик говорит, что он... В принципе, никогда не видел стариков элементалей. В этом есть определенная правда. Да, они быстрее заканчиваются. Да нет, у них под конец жизни эта проблема со спиной начинается. А, ну судя это тоже. По клану призрачного медведя. Да, и это тоже. А здесь мы видим старика элементаля в окружении других элементалей. Причем форма у них странная, то есть какая-то серо-синяя, вроде бы не как бы не акулы, не лисички, не пойми кто. Ну, то есть, и вообще как будто нашивки содраны. И он приветствует. Я рад приветствовать. Я Хан Аларик Уорд из клана Волка. Представьте же, Пол Мун. Кустос Фиделис. Фиделис это, можно сказать, спецназ на службе Республики Сферы.
который выполнял различные тайные и специальные поручения лично Даблина Стоуна, основателя Республики Сферы. А Ларри про себя начинает думать, Мун, ну то есть как-то фамилия знакомая, родовое имя, это же явно из этих, как их, дымчатые ягуары. Ну это же бредятина какая-то, серьезно, ну, их же вырезали там, когда, в 60-х их вырезали еще, ну то есть почти 100 лет назад. Ну, во время, собственно говоря, операции... На охотнице, то есть, когда... Да, когда, там было две операции, первую убрать их с внутренней сферы, вторую просто уничтожить. Да, и то, что это, мол, ерунда. А Мун, правда, да. И, кстати, по Муну есть еще отдельная история, собственно говоря. Возможно, это он сам привел во внутреннюю сферу, так сказать, шпиона, так или иначе, который впоследствии выдал координации Хантерса. Но это уже я точно не помню. Да. В общем, это персонаж из далеких долей. Да, очень далеких долей. И Пол Мун продолжает то, что я рад приветствовать вас, братья и сестры. Но... И я хочу вам сообщить то, что, знаете, наверное, вы обрели верного союзника. Братья и сестры, думает Лорик. Охренеть, как странно. Так. А что, собственно говоря, случилось? Ну, то есть, вы решили помочь нам? Ну, почему? Ну, то есть, вы же, в конце концов, как бы силы специального назначения на службе Республики Сферы. Видите ли, в чем дело? Давным-давным-давно. Даблин Стоун решил то, что он будет использовать нас только для решения проблем, так сказать, внешней угрозы. То есть, мы будем защищать мирное население, в принципе, мы будем защищать республику внутренней сферы от различных напастей и бед извне. Но тут недавно два экзарха решили порешать свои мелкие проблемки с помощью нас. И... Но они нарушили условия нашего соглашения вместе с Давленным Стоуном. И это вообще прощать нельзя никаким образом. В принципе, мы... Нас и так мало, во-первых, очень мало. Использовать еще нас как инструмент для решения каких-то там своих неурядиц, причем, ладно бы, каких-нибудь глобальных, великих, а так это вот, что-то давайте соберемся за гаражами, помашемся, да? Ну это же бред какой-то. В общем, такого хамского поведения мы терпеть не можем. Да и вы сами, как в принципе, наши братья такого бы не потерпели, явно. Но вот это претит нашей чести, это не добавляет нам славы. Ну вот как мы это вообще будем вписывать в наше предание? Честь, слава, предание. Уважаемый Пол Мун, можно поинтересоваться, а вы там с кланами никак не связаны, мало ли? Ну, как не связаны? Вообще-то мы принадлежим одному из, можно сказать, великих кланов крестоносцев. На секунду. То есть ты хочешь сказать, что ты дымчатый ягуар? Да, дружок, пирожок, так оно и есть. Вас же грохнули. Всех вырезали, черт. Не совсем вырезали. Не совсем грохнули. И вообще это было больше информационное, как бы... Больше вброс информации, то, что великий и могучий сам Виктор Штайнер Давион взял и размотал всех и вся на пару вместе с Анастасиусом Фохтом. Да, и то, что... И другой половины внутренней сферы. Ну да. Взяли, уничтожили целый клан. На самом деле, да, многие из нас остались. Ну как многие? Кто-то из нас остался. Я вот как, в том числе. Ну, среди прочего, такой, охренеть. Ну, то есть, мой второй папа был не таким уж и крутым, как я его себе представлял. Ну, что? Фу. Фу бы иметь второго папу, да? Недавно видел твоих родителей, отличные мужики, да? Да. Вот. Это ладно, это бог бы с ним, но... И вы только из-за этого решили, как бы, к нам приглянуть? Ну, это как бы в том числе... Ну вот, хотя, хочешь это сейчас напугаю тебя до пердечного сриступа? Ты же в курсе, что клан Дымчатого Ягуара первым высадился на Терру? И все, сразу все напрягаются, все... Блин, как? Что происходит? Ну вот, нас кинули, это предательство, они сейчас явно кинут нам какое-нибудь испытание, да? Он говорит, так, все.
полмом всех успокаивая, то, что так все, все как бы потушили задницы, все. В качестве Изорова, да, действительно. Вот. Нет, не в качестве Изорова, то, что они приняли участие в уничтожении своего Блейка на Терри. И, да, в принципе, активно этим и занимались. И поэтому чисто технически это первый клан, который оказался на Терри. Ну вот, и они, по идее, могли как бы претендовать на то, чтобы стать их кланом. Но... Фу. Да. Так клан уничтожили. Но клан нет. Не существует. А, то есть у него есть важные мечты, я понял. 100 лет в изоляции провоцирует некую шизофрению. Ну, нормально. Легкую. Ну вот. По-моему, он говорит то, что, ну, во-первых, мы как бы не совсем были на тот момент уже кланом, да, и то есть как бы сейчас, тем более сейчас при виде таких замечательных молодых и не очень людей, как бы кидать тут претензии то, что мы или клан и все остальное, нет, зачем? В принципе, у нас и так часть моих людей решила то, что она не примкнет никакой стороне, не будет участвовать вообще ни в каких потасовках. Мы просто тихо скроемся где-нибудь, где нас никто никогда ни при каких обстоятельствах не найдет. Но с вами пойдут некоторые из вот этих вот прекрасных молодых людей, и они будут оказывать вам посильную помощь. Ну, на что Ларри говорит: прекрасно, прекрасно. Звездный полковник Викерс, несите мой бонскорт, собственно говоря. Ну, да, Викерс притаскивает ему бонскорт. И Аларик его гордо поднимает и говорит: итак, гордые Фиделис, ну вот, я объявляю вас своими бонсменами. Ну вот. И, в принципе, все то, что осталось от некогда гордого клана Дымчатого Ягуара, теперь является, собственно, моей собственностью, моей Зорлой. Ну вот. Вы будете принимать участие на всех советах, всех мероприятиях, правда, без права голоса. Ну вот. Но потом, если вы исполните свое предназначение, если вы окажете мне посильную помощь, если вы действительно добьетесь того, чтобы мы, великий, могучий, прекрасный клан Волка, одержали победу и стали кланом, вы вернете себе доброе имя, честь, и я возражу, как это, я верну вас как клан. Все поняли? Да, мы согласны. Устраивает. Так, все, всех связали веревкой. Ну вот, все молодцы. Но, итак, господа, у нас теперь есть новый союзник. А Пум берет аккуратно за плечо Аларика, это все говорит замечательно, но теперь я хотел бы с вами пошептаться немножко о своем, о личном, а именно о системах укрепления и защиты внутренней республики, внутренней сферы, вот в той области, где вот законсервировалась крепость. И мы, собственно, покидаем их. Переносимся на время к Мальвине. Ну вот. Мальвина, собственно, в стандартном ее состоянии, она бесится. Ну вот. Потому что она видит перед собой очередной раздолбанный в хламину корабль. Ну, просто на протяжении всего времени. Там 46-го года примерно. Она все активно пытается продолбиться через крепость. И у нее каждый раз ничего не получается. Ну вот. А тут ей еще и сообщают то, что... как бы крепость сжимается, но, скорее всего, при виде Мальвины и ее ужасной доктрины Монгол, ну, что, несомненно, радует, конечно же, ну, вот Мальвину, но факт остается фактом, то, что она не может проникнуть в звездную систему, ну, солнечную систему непосредственно, не может въехать на Терру, и вообще все очень-очень плохо. Рядом стоит ученый, и пытается хоть как-то доложить на тему того, что очередная их теория потерпела крах. Вот, собственно говоря, как это, результат налицо. Ну вот, раздолбанный корабль вместе с раздолбанным экипажем. Ну вот, Мальвина начинает тонко намекать из серии: уважаемая Анджелина, знаете, вот вы мне все втираете, да, вот то, что там технологии. Вообще, я подозреваю, то, что технологии это для трусов, да, то есть... Настоящие-то воины, как решают все свои проблемы? Силой! Жестокостью! Бессердечием! А вообще, эти все ваши технологии, это всю хрень собачья полная. Но знаете, меня начинает искренне подбешивать. Чудовищно подбешивать. Тот факт, то, что вы строите все свои теории, гипотезы, все их проверяете. Но вы проверяете их на моих кораблях. На моих людях вы их проверяете.
И каждый раз я наблюдаю вот эту вот неприкольную гармошку в виде очередного своего прыгуна. Знаете, у меня к вам прямо искреннее предложение. Давайте вы будете решать все раза в 4 быстрее. Ну вот, и активнее. И, возможно, в следующем корабле полетите вас. А, нет, нет, кстати, у меня появился другой способ вас замотивировать. Я слышала то, что вы, ученые, так и вольняги, распространяетесь естественным способом. Но, да, и у вас даже, наверное, есть дети. Да, двое. О, подруга, прекрасно. Две попытки. Ну, собственно говоря, да, выбирай, кто будет первым. Ладно, если ты их любишь одинаково и как бы не выбираешь у себя любимчика, я, собственно, выберу сама. А теперь, подруга, беги и решай мои проблемы. Мы же переносимся на новую землю. Куда начинают постепенно скапливаться войска клана Волка. То есть со всей империей Волка постепенно все стягивается все больше и больше и больше и больше сил. Но это не так важно, потому что все наши герои оказываются на охренеть Маккена Спрайт. И судя по описанию книжки, она еще немножко успела повоевать во времена разорячки. То есть войн разорения. Где, как и на какой, собственно говоря, на чьей стороне не уточняется. Но сам факт то, что Гарнер нашел ее в ультраубитом состоянии и еще какое-то время ему пришлось потратить на восстановление корабля. Скорее всего, волки на ней убегали во внутреннюю сферу. Потом вернули? Возможно, но это не точно. Нет, потом спрятали. На стороне мечты? Нет. А как убежали? Об этом мы поговорим в следующих сериях. Но сам факт то, что наши герои уходят, и они все в таком возбуждении серии. Сила Маккена Спрайт, какая она охрененная, какая она крутая. А вот и не стало, да? Как муха замаленная. Нет, наоборот, все там такое, все переборки, все, никто не может даже присесть на там сиденье, потому что все в таком вот лютом, можно сказать, почти религиозном экстазе серии. По этому кораблю ходил сам Александр Керенский. Кстати, где-то на нижних палубах он сейчас и припаркован. Кто еще не любил труп невесты? Вот мавзолей, там билетики принимаем во второй каюте. Билетики? Да. Вот там, да. И вот именно в такой торжественной обстановке Аларик решает всем сообщить то, что... И вот, наконец-то, свершилось то, чего все так долго ждали. А именно, Хаке Суханов. Первый с родовым именем Сухановых, который будет воевать на стороне клана Волка. Я освобождаю тебя от непочетного звания бунцмана. Теперь ты становишься звездным адмиралом Сухановым. Все поздравьте нашего адмирала, какой он крутой, и ты теперь будешь возглавлять всю нашу аэрокосмическую операцию по завоеванию, собственно, Республики Сферы. Прыгать будешь первым, с кораблем на стену. Рамиль Беккер, ты славно послужил нам, поэтому теперь ты, собственно говоря, будешь тоже освобожден от непочетного звания бонсмана, ты становишься у нас... командиром своей тактической группы. В общем, добрый Мишка с крепкой шишкой насобирал там чуть ли не галактику быстрого реагирования, которая была как раз рассчитана для решения всех внезапных ситуаций. То есть упасть на кого-нибудь с ловкостью кошки до грации картошки, быстро раздать всем на орехи, быстро смотаться и все. Всем шишка от Мишки. Да. Шишкой от Мишки. И, в принципе, это было как чуть ли не одним из ключевых инструментов для будущего вторжения. И, собственно, все, мы почти все готовы. Единственное, что, Настя, ты валишь нахрен. Чё ты сейчас сказал? Извиняюсь, ты валишь не просто нахрен. Ты валишь нахрен договариваться со своими бывшими коллегами, именно волками в изгнании.
Ну, вот. Потому что времени до, собственно говоря, операции у нас остается совсем немного. Ну, вот. Поэтому у тебя буквально там пару недель для того, чтобы договориться со всеми остальными волочками, чтобы они прилетели сюда. И, наконец-то, объединенная мощь всего клана обрушилась бы на Республику Сферы. А с волчьими трубинами уже договорились? Да. За звонкую монету? Нет, просто договорились. Тоже неплохо. Ну, то, что... Слушайте, пацаны, вы как бы изначально часть клана Волка, да? Вы не хотите завоевать себе немножко чести, славы? Изначально часть клана Волка. Ну, а как? Знаешь, это как-то изначально часть клана Волка умерла где-то в районе 38-го года, в районе Куриты. Ну, нет, не вся. Большая часть. Ну, скажем так, это как это... что-то типа 4 пятых умерло. А то, что осталось, было заменено этими, как его, новобранцами. Чем-то. Нет, новобранцами, собственно говоря, и так далее. Воспитано в духе клана, собственно говоря, и наемника. Вот. Потом у них еще была гражданская война. Потом это все, так сказать, это слово Блейк еще ядерными ударами, так сказать, заполировало. Так что... Вот если полмуна он там остался, как, так сказать, как это, как реликвия, то вот от волчьих драгунов там в лучшем случае осталось потомки там как кого-нибудь. И раздолбанный мех Наташи, скорее всего. Раздолбанный мех Наташи, и он на Трайкроссе, собственно говоря, вот, который достопочтенно там лежит, когда ты читаешь эту книжку. А мы обязательно дочитаем эту книжку. Да? Хотя, возможно, его вывезут. Ладно, не суть, не об этом. А на что у Насти Керенской тут же сгорает пятая точка из серии. Ты сейчас чу? Куда я полечу? Ты мне, гаденыш, ты мелкий, блин, ублюдок, которого я во все дыры и вдоль и поперек вот так вот елозила, да? Ты говоришь то, что я не буду участвовать в первой волне высадки? Ты говоришь мне то, что я не буду принимать участие в сражении на Терре? Настя, ты не все так поняла. В смысле, блин, я не то поняла и не так. Ты мне сейчас говоришь то, что иди-ка ты, Настя, нахрен отсюда, да? И договаривайся с теми придурками, которые прилипли к Лиранскому Содружеству? Ты что, вообще охренел, что ли? Я тебя сейчас вызову на, блин, из... Я тебя бачу сейчас кину, понял ты, блин? Так, дамы и господа, просьба удалиться в соседние каюты. Аларик достоинству, я сейчас круг равных твоей кровью, блин, нарисую, которая у тебя из башки сейчас выльется. Настя, ты реально тупая или нет? Ты понимаешь то, что ты один из самых выдающихся воинов вообще, которыми я располагаю? Ты понимаешь то, что одно твое имя, Анастасия Керенская, уже заставляет испытывать несколько сердечных приступов за доли секунды у каждого полководца гребаной Республики Сферы. То есть ты хочешь использовать меня как отвлекающий маневр? Да, я хочу использовать тебя как отвлекающий маневр. Да, ты полетишь к тем придуркам. Да, ты сможешь делать вообще все, что угодно, чтобы с ними договориться. Но ты придешь именно в тот момент, когда я тебе скажу. И прежде всего ты должна будешь вымордовать нефритовых соколов. Именно в тот момент, когда я скажу, черт подери. Вот оно как. Окей, да, ты меня убедил. Ну вот. Аларик, собственно, зовет их обратно из серии. Все, возвращаемся. Все хорошо, все замечательно. И вообще, дайте мне мой мегафон. Ну вот, я сейчас буду вещать. Итак, великий прекрасный клан Волка, я, ваш хан, объявляю, что наконец-то тот самый час Волка, о котором так много и долго говорили, скоро вот-вот наступит. И мы, клан Керенских, ну, наконец-то завоюем эту несчастную Терру. Ау! Сайва! И все неистово радуются. Но... Тут стоит немножко вернуться назад. Что же предшествовало всем этим событиям? Прежде всего, почему все резко решили то, что они вот прямо здесь и сейчас стартуют в Республику Сферы? И как они вообще-то преодолеют? Да. Вообще-то, все еще на начало 3150 года это все еще оставалось боль дырка их задницы, собственно говоря. Потому что как работает эта система, на основании чего было решительно непонятно. Теперь ты полностью все рассказал.
Но Пол Мун рассказал, что их ждет внутри и к чему им стоит готовиться. И, собственно, поэтому для, допустим, лисичек поступили отдельно новые заказы. А опять же, за звонкую монету, увеличенные налоги и платежи, плюс еще там за сверхурочку. А сам факт то, что, в принципе, их вся система обороны была рассчитана как то, что вот есть две точки вхождения, Тандир Зенит, и там летает просто огромное количество станций. Именно боевых станций, которые может выпустить огромное количество, во-первых, истребителей, вообще аэрокосмических сил, там, собственно говоря, есть огромный флот, но, опять же, который зависит от условно-стационарной станции. Они ультра-немобильные, но мимо них проехать невозможно, и то есть любой флот вторжения, прежде всего, столкнется с огневой мощью этих станций. И главной задачей, в принципе, становится то, что надо их расковырять. И, в принципе, об этом и рассказал Пулман. Именно как проникнуть-то вот к этим станциям, как именно просочиться через крепость, никто так и не знал. Но в начале 3150 года мы застаем некую ученую, которая идет, собственно говоря, по новому, можно сказать, дому клана Волкна по новой земле, по специальному комплексу научному. И она совершенно незаметно зайдет в одну комнату, зайдет в другую комнату, прибежит по коридору. К тому же уже вечер, центр почти перестал работать, она буквально последняя, то есть выключает свет там и все остальное. Забежать в уборную, оставить специальный стикер, который после срабатывания, скорее всего, либо уничтожится, либо отвалится и, собственно говоря, упадет в унитаз, его там смоет, и никто никогда его не найдет. Да. Она точно так же незаметно просачивается из комплекса. Она идет на квартиру, открывает дверь в квартиру. Но где лежит настоящая ученая, а не шпион? То есть настоящая ученая, там назовем ее, например, Олег, валяется в отключке, будучи обдолбанной какой-то неистовой наркотой. А шпионка снимает лицевые импланты, снимает перчатки с имитацией отпечатков пальцев, подкидывает ей специальную тетрадку и еще небольшую флешку, все следы своего пребывания она уничтожает, что-то выкидывает в мусоропровод, который идет прямо в центр утилизации, по сути, в гигантскую печь, то есть никто никогда ничего не найдет. Снимает, там переодевается, переобувается и растворяется в ночи. В печи. Почти. И весь ее расчет был сделан на то, что на эту уловку волки должны повестись во все случаях. Они обязательно это поведутся. И вообще, это была одна из лучших операций призрачных рыцарей Давлина Стоуна. Тонко дает нам понять то, что вообще Давлин Стоун, о котором не было никакой внятной информации еще на начало книги, он создатель Республики Сферы. Но то ли жив, то ли мертв, то ли чем-то он там рулит, то ли на даче огурцы сажает, вообще непонятно было. Но тут нам становится ясно, что Давлин Стоун, как Ильич, живее всех живых, и то, что он принимает активное участие во всем балагане, которое здесь будет сейчас твориться. Позже на очередном брифинге был как раз вопрос изучения этой информации, то есть что это за информация, вообще как она к нам попала, потому что никто не в курсе, как попала вот эта вот папка, как попала эта флешка в клан Волка. Но имеющаяся там информация о многом на самом деле говорила то, что в принципе ученые клана были правы, то, что есть определенный механизм, то есть стена не является как барьером, получается. Она скорее является блокировщиком сигнала от пролетающего корабля. Впереди корабля идет определенный импульс, и вот как раз этот импульс улавливается крепостью и перенаправляет его, по сути, в куда-нибудь, искривляя как раз маршрут корабля. И у него есть, соответственно, слепая зона. То есть, если подлететь примерно в пол светового года к точке выхода, к Надиру или Зениту, то, в принципе, можно как раз проскочить через вот это улавливающее устройство. Даны координаты. И решил Аларик этим воспользоваться. То есть, почему бы и нет?
были запущены несколько испытательных кораблей, то есть которые быстренько вошли, посмотрели, о, мы, оказывается, тут почти что в Солнечной системе. Да мы выжили, блин, а что зашибись? Да, и рванули обратно. А, и, собственно, можно было включать вторую часть хитро-коварного плана Аларика. А именно, он передавал, собственно, сообщение своей подружке из клана Нефритового Сокола Стефани Чистоу. В прошлой серии он просто заехал к ней попить чаю, ну, еще немножко своровать ее ДМК. Он передает ей сообщение, но вот Стефани смотрит вот этот веселый ролик, но вот понимает то, что, ну, собственно говоря, сидеть нельзя, надо срочно бежать к хану. Но вот со всего маху улетает в личные покои злобной девочки Мальвины, ну, буквально сняв ее с любовницы. Но вот, естественно, Мальвина, мягко говоря, не в духе, то есть она начинает спрашивать, что? Что вообще могло произойти в мире такого, что ты меня отвлекла от некого очень интимного процесса? Видос. Очень важный видос. С котиками? Нет, с пёсиками. С новыми котиками. Ну вот, с пёсиками. Давай посмотрим. А там весело улыбающаяся рожица Аларика Ворда сообщает. Ну вот, всем привет. Я рад, что вы заглянули на канал Аларика Ворда из... Хана Волка. Из это, клана Волка. Это мой Сахан, это мой навигатор, и я вылетаю на Терру. Почти. Слушайте, я там вам еще координаты сбросил, точек выхода в Зенит. А сами волки собирались полетать в Нагир. Смотрите, у меня к вам предложение. Я вам даю координаты, вы, собственно говоря, начинаете кромсать Республику Сферы, а потом мы, как реальные пацаны, собираемся на Терре и, короче, раз на раз решаем все вопросы. Потому что есть только два достойных народа. А именно, народ клана Волка и народ клана Нефритовых Соколов. И мы там зарешаем все вопросы по-пацански, как ты умеешь. И посмотрим, чья доктрина больше, толще и крепче. Поняла? Ну, короче, давай, бывай, жду, люблю, целую, а я уже вылетел. Ну вот, видос заканчивается, Мальвина поднимает глаза на Стефани. Ты меня предала, гнида! Я так и знал, когда этот... Когда этот волчара паскудный прилетал в прошлый раз, ты явно с ним что-то там снюхалась, да? Я тебе сейчас мозги нахрен вышибу! Чувствую, понимает, то, что она вот сейчас вот буквально не то, что на волоске от смерти, да? Там уже как бы микрон этого волоска остается. Хан. Я понимаю то, что вы самая бесноватая, самая неадекватная бабища в этой книжке. Но вы опаздываете. На черт подери. Во-первых, вы уже опаздываете, то есть я тут уже своих пацанов начала собирать, да? Во-вторых, вот смотрите, да, хорошо, ты меня сейчас грохнешь, да? Но ты лишишься своего звездного полковника. Но причем командира галактики. Но я их там знаю, и в принципе я не самый худший воин. А те воины сейчас пригодятся, потому что мало того, что нам надо будет замахать половину сил Республики Сферы, там же потом еще и с волчарами паскудами биться, да? И поверь, вот у меня желание замахать вот этого вот, короче, кренделя не меньше, чем у тебя. Ты чертовски права. Так уж и быть. Сегодня ты выживешь, но в атаку завтра ты пойдешь первый. Со знаменем клана. Да. И с боевыми песнями. А теперь марш отсюда. Нет, доделать кое-что надо. Стефани удаляется и, в принципе, начинает собирать всех остальных. И в дальнейшем на брифингах клана Нефритового Сокола, то есть даже где-то в середине 3150 года фиксировалось то, что волчары-то собирают все, вообще все силы, которые у них есть, они собирают на Новой Земле или в районах Новой Земли. И, в принципе, это был рассчитанный, ну как, осмысленный, очень рассчитанный шаг клана Волк. То есть, либо они решаются на все, ну то есть, и рискуют всем, становятся или кланом, и потом они отвоюют свою. Ну то есть, уже как или клан, как, собственно, завоеватели Терры, они вернут все, что они потеряют. Ну, либо мы все сложим голову, и тогда смысл нам нервничать по поводу там утраченных территорий. Поэтому соколы тоже начинали как можно скорее, как можно быстрее, вот бегом-бегом-бегом собираться, но они уже опаздывали. То есть к тому моменту, когда Аларик уже отдал приказ о том, то, что мы выдвигаемся, соколы еще никуда ни хрена не выдвинулись. Ну, и в принципе это
Возможно, им не помешало, возможно, им помешало. Ну, то есть, это, конечно же, ущемило амбиции Мальвины, но критическую роль это никак не сыграло. А мы же переносимся на 1 января 3151 года. За 10 дней до высадки на Терру. Как начинали развиваться события? Ну, вот. Сидит адмирал обороны в республике Сферы, ну, вот, попивает у себя кофе с утра, и начинает фиксировать у себя на мониторах то, что «О, кажись, волчки-пасючки к нам все-таки приехали», появляется, потому что по ту сторону крепости первый корабль, второй корабль, третий, говорит, нормально. Все как и было рассчитано, все было так и запланировано. Они ж ни хрена не знают, то, что у нас здесь куча боевых мега-супер-мега-станций, то, что у меня куча кораблей, мы вообще просто размотаем в легкую. Потому что у них сейчас высадится вся армада, мы их раскатаем, выбьем их основные силы, им нечем будет воевать. В общем, план просто вот это вот, надежный, как швейцарские часы. Хотя, что-то здесь не то. Погодите. Тут всего 6 кораблей. И они... И они странные. Ну, то есть... С ними что-то не то. Почему? Так, ладно. Сейчас свяжемся по открытому каналу. Типа, алло, блин, там это, волчары. Ну, здорово. С вами, короче, не гавкают, а тут разговаривает сам адмирал обороны Республики Сферы. Короче, это, сдавайтесь и тыкайте отсюда. Вам и тутово не рады. Но, на что получают по обратной связи. Но, здорово, петухи. Хотели сказать орлы, но вы все равно петухи. Вы все равно все сдохнете здесь. Ты что, больной что ли? Отвечают ему уже адмирал Республики Сферы. Нас как бы здесь несколько супер-мега-станций, куча кораблей, у меня куча истребителей. А нам насрать! Готовься гореть в аду, тупой ты чудило! И кладется трубка. Это поведение очень... Странное, думает адмирал. Взволновало его. Да, прямо взбудоражило. Из серии «Что-то здесь не то». В это время на кораблях у волков. Итак, ну вот, командир, наши двигатели работают на 105%. Но это же охренеть как мало. Давайте разгонять его до 120% его мощности. Разгоняемся на максимум. Итак, моя верная Салама. А на кораблях осталась только одна Салама. Буквально там экипажа было. Вот только чтобы это ведро летело. Причем ведро это было не абы какое. Это были взяты еще древние, чуть ли не времен исхода корабли, вокруг которых просто было намотано максимум брони. То есть там бетон, керамит, там все что угодно. Лишь бы это ведро доехало до своей цели. А еще оно было начинено взрывчаткой. По самые-самые ядра. Отличный путь кланов. Да. И в чем была суть? То, что вот эти вот, по сути... Торпеды, да, камикадзе, врываются именно в станции, потом приходят все основные силы волков и уже начинают его вертеть на своем мохнатом волчьем хвосте все эти корабли-истребители, все-все-все-все-все. И они еще не знают то, что в зенит к ним еще летят соколы. Это, конечно, был крайне рискованный шаг, и на нем долго думали из серии. Слушайте, а давайте попугаев эти звать, пожалуйста. Они это, они об стенку ударенные. Еще как бы, когда в канистре были. Давайте не будем звать. Нет, надо позвать все-таки, иначе мы нас там скорее размотают. И, собственно говоря, супер-мега-перегретые корабли на гигантской скорости начинают рваться вперед. Адмирал Республики Сферы начинает на это смотреть. Так. А это супер-мега перегретый корабль, который, по идее, не должен развивать такую скорость, и он движется к нам. Что же он будет делать? Наверное, он хочет в нас врезаться. Открыть огонь из всех стволов, короче, запускайте ракеты, короче, торпеды, короче, хреначьте их всем, что у нас есть. Открывается просто чудовищный залп, еще улетают истребители до кучи. Но даже снаряды, которые взрываются вот буквально на поверхности этих чудо-мега-юдо кораблей, да, они сжигают какой-то процент брони, но не добираются до сердцевинки, собственно говоря, до двигла и до взрывчатки. В это время на борту, собственно, кораблей камикадзе
Салама начинает прощаться с собой из серии. Мы обязательно, как это, как в грустном меме с котенком, да, я обязательно выживу. Ведь кто я тоже должен передать Хану, то как героически его Салама сдохла здесь. И в капсулу так, уи! Не, капсулы, кстати, они были, но никто не, так сказать, не отпочковался от кораблей. Ну вот. И серии, мы обязательно выживем, когда врежемся в эту станцию, и там взорвется все к чертовой матери. И вот, значит, влетает первый корабль. Одну станцию начинает пучить изнутри. Ну вот, ее разрывает на куски. На это смотрит адмирал. И такой, жеваный ты крот. Путь ядреного клана. Да, ну вот. Будь ты проклят, Аларик Вор. Пёсий ты сын, короче. Десятки лет разработки. Хренолиарды бабоса, блин. И все, вот. И к чему это привело? То, что несколько маразматиков-пенсионеров верхом на бочке тротила буквально и пригретом двигле взяли и это все разнесли. Не стоит недооценивать старых маразматиков и бочку тротила. Да. О, кстати, запчасти от экипажа этих станций пролетают. О, кстати, у нас вторая станция накернилась. Треть? Прикольно. Охренеть! Я еще свои силы сюда подогнать не успел, а мы уже обосрались. Но... Так, ладно, там это, патруль, давайте хоть попытаемся собрать кого-то. Наверное, на станции кто-то остался жив. Надеюсь, хоть что-то там выжило. И на этом книжка заканчивается. Продолжение будет в следующих сериях. Я закурил, черт подери. Нет, на самом деле, честь и хвала тем людям, которые перевели ее на русский язык. Действительно, ребята, респект, уважуха, искренне любим и уважаем. Но черт подери, Парду не умеет писать ни хрена, потому что если в «Предательстве идеалов» у нас хотя бы, ну, приятно было читать, ну, то есть там, в принципе, было как складное повествование. С одной стороны, супер концентрированный поток информации, то, что эти пошли туда, эти пошли туда, у нас появляются персонажи, которые сдохнут через две страницы. Но сдохнут они героически, во славу клана! И вот это вот все. А здесь почти полкнижки, буквально. Итак, по нашим оперативным сводкам, Хаки Суханов подготовил нам 258,3 корабля такого-то класса. Группа такая, это наименование такое-то, в составе 4 галактик и 2. Ну вот, еще звезд отправились в такую-то систему. Армель Беккер, что вы скажете по этому поводу? Аларик, я отгрызу тебе лицо. Отличный план, дальше продолжаем нашу тактическую разработку. И так полкнижки. То есть, если выкинуть это все и просто сказать. Итак, мои верные блохастики, мы наконец-то перестаем быть отщепенцами и, в принципе, дворнягами и становимся мега-могучим и мега-крутым кланом Волка. Ауф, братья, давайте надерем им жопы. Все, вот. Вот реально, наверное, бы книжка была как комикс, вот такого-то объема. Он подглядел у Black Library. Весь Вархаммер выглядит именно так. Не совсем весь, но в чем-то я с тобой согласен. И то есть здесь просто преподносятся гигантские куски абсолютно. Бесполезной информации. По сути, бесполезной информации, но как нечто очень важное, чтобы погрузиться в атмосферу. Это можно было сделать меньше, во-первых. Во-вторых, другая проблема этой книжки. Прекрасная девочка Мальвина. Только буквально в одной супер короткой цитате нам раскрывается то, что она не просто там об канистру ударенная в детстве, да? На самом деле она прекрасно все понимает, прекрасно все осознает. Просто, по сути, это вершина той именно педагогической программы, ну и в чем-то евгенической, к которой стремились соколы. То есть то, к чему они стремились. То, что нам нужно меньше Эйденов Прайдов, героических героев на верхом на белых себе. А нам нужны жестокие, беспощадные люди, которые готовы пожертвовать всем, невзирая ни на что. На любые моральные там ценности и все остальное, только бы достичь своей цели. В принципе, они к этому шли. И то, что на самом деле, да, кукуха у нее едет. Но вот именно в плане выстраивания логистических линий. Выстраивание там оперативных каких-то действий, маневров, стратегий. У нее мозги работают как у Аларика, Викерс, потом Беккера вместе взятых. И то есть
По сути, она сама человек-оркестр. Все. И это вот дана вот такая вот цитатка буквально. Как у комара носит. Да, потом мне очень понравилось, в чем-то морисьюшность Аларика. В смысле, в чем-то? Ну, нет, он местами, вот, допустим, в битве с Мюэлем Беккером показывает, вот единственный, пожалуй, эпизод, когда мем показывается то, что у Аларика реально уже начинает как бы подтекать по штанине, ну, потому что он понимает, я, конечно, крутой чувак, да, я как бы целый хам целого клана, но походу мне сейчас дадут таких атомных трендюлей. Но то, что я их, возможно, не переживу. О, кстати, ракета, летящая мне в кабину, да твою медь. То есть, ну, в принципе, в ходе боя там весь исход боя стоил только одной ошибки Беккера. На самом деле, он слишком близко подошел к нашему волчаре. И то есть, с одной стороны, как бы. И в принципе, вот все эти рассуждения на тему того, что вот станем мы Ильканом, ты. Похрен нам на все эти там честь, там вот этот зашквар, короче, там то, чтобы там у параши сидели. Какая разница, мы стали Ильклоном? Мы просто будем вертеть все на своем огромном волчачьем хвосте. Да, если бы, так сказать, это какая-то неродословная Аларика, все было бы гораздо лучше. Да. Но, и то есть, с одной стороны, как бы в книге реально масса проблем. С другой стороны... Ну, интересно же, а что там у вас в этом, в далеком 3151 году? Нет. Полмун выжил, бля. Что поделать, Десу? Он потом еще с Авальком общаться будет на тему дымчатых ягуаров. Это вообще будет, так сказать, трындец, извините за спойлер. Ставим только Росомаха на тебе сейчас еще. Не, нельзя. Ты же знаешь, что 2-11 убит, и все. Да. Про них вообще ничего не знаем, здесь хотя бы название Росомахи есть. Хотя, опять же, в предательстве идеалов было указано некоторое племя Миннесоты, которое взяло и неистово отодрало несколько кораблей Комстара. И то есть там два претора Комстара такие стоят, типа, ля, как же мы их это упустили-то? О, слушайте, тут это, могилки странные, мехи нам неизвестной формы. О, коллега, а что вы думаете? Ну, это разумные вообще племена или нет? Ну, знаете, коллега, я, конечно, сомневаюсь, но вроде они как нам трандюлей навешали, у них есть космический корабль. Наверное, они разумные. На самом деле, как это, каталисты еще пока ничего не рассказывали про области вне внутренней сферы, которые находятся на востоке. Там какая-то, собственно, лига есть, в том числе. Но сейчас потихонечку они начинают рассказывать, что есть там, типа, гляв-скорпионы, которые империю замутили. Поселились между кланами, соответственно, и внутренней сферой. Есть еще что-то, вот, как это, на юге внутренней сферы, там у нас, оказывается, целый дом в 325 году был еще маленький такой. Вот. Ну, тем, кто играет в игру Battle, тех посвящается, как говорится. Ну, вороны там еще где-то летают. Нет, вороны, они в Outland Alliance, это чисто вот восточный, собственно говоря. Короче, вместе между Куритой и Девионом там есть небольшой, собственно, такой, как это, отросточек, который назывался Outworld Alliance. К вам туда прилетел, сказал, вы знаете, мы будем жить здесь, а на вас, по-моему, почти похрен. Все, в общем-то, возрадовались. С одной стороны, на периферии пришел клан Тех. С другой стороны, на периферию пришел, мать его, клан Тех. Вместе с его носителями. Да, потому что там, как это... И так мехов-то, в общем-то, не очень много. А тут еще и сражаться надо. No. Вот. И не дабы с кем. А с аэроспейсами. Ну да. В общем, на сегодня, наверное, все. А вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, оставить свой комментарий. Также вы можете поддержать нас, все ссылки в описании. Кстати, на Boosty у нас, между прочим, есть целый пересказ целой третьей книги по Эйдена Прайде. Ну, вот вы сможете узнать, чем же закончилась его героическая жизнь. Ну и несколько особенностей, несколько традиций кланов. Еще до кучи. Ну вот, а на сегодня все. И всем пока.